Сочи сельскохозяйственная перепись проходила с 1 июля по 15 августа. За полтора месяца переписчики зафиксировали объемы посевных площадей, земельных участков, численность сельхозработников и поголовье животных. Подобная перепись проводится в России один раз в 10 лет. Цель – сбор объективной информации по производству сельскохозяйственной продукции. По городу Сочи объектами сельскохозяйственной переписи стали 84 крестьянско-фермерских хозяйств и также индивидуальных предпринимателей, более 4000 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, свыше 19 тысяч личных подсобных хозяйств. Все перечисленные хозяйства, которые являются собственниками, либо пользователями, либо владельцами, либо арендаторами земельных участков, предназначенных для использования для производства сельскохозяйственной продукции. Предыдущая перепись проводилась в 2006 году, и вот, опираясь на предыдущий опыт, в этот раз исключили ошибки прошлых лет. Сегодня идет обработка, она, в общем-то, началась у нас практически сразу, потому что мы имели возможность получить информацию уже в электронном виде. Мы выверяем, проверяем и будем выверять и проверять, как бы кому бы ни казалось, что может быть излишне, так сказать, мы трепетно относимся к итоговым цифрам. В стране работало 42 тысячи переписчиков. Итоги такой работы будут оформлены в специальный атлас, а это ни много ни мало 8 томов. Выпуск изданий намечен к лету 2018 года. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.